Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Доброе, доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Готовим завтрак. Помидоры по-французски будут у нас. Яичница, бутерброды, что-нибудь еще. У нас там коктейльчик себе с коллагенчиком замешивает. Кофейку. И отлично, да? Ты кофе пьешь? Что, прям делишь? Говорила три еще. Второй. Сыра оказалось достаточно или мало? Нормально же. Вот здесь мало. Будем завтракать втроем. Илья уже позавтракал. Говорит, что он уже сыт. Ну как? Доброе утро. Вкусно? Он такой заспанный. Ну, приятного аппетита. Помидорки пучком обжарили для яичницы, чтобы вкусно было. Так, а я сейчас вместо освободиться передвину. И у меня здесь будет лук с морковкой обжариваться. Закрою крышкой. Приятного аппетита. Я пока там все обжаривала, резала. У меня уже, говорят, тебе говорит, мам, все уже остыло. Стало уже пол тарелки помидор. Витаминки у меня тут. Пиолян пью, фукоидан и пью масло амаранта. Да, вот. Так что такой вот завтрак. У меня, конечно, полив тут орхидеи, так как уже корни посветлели и пить хотят. Добавила Джой для дома и сада удобрения для орхидеи туда в воду. Погрузила вот воду сейчас на 15 минут. Эта партия постоит. Вытащу, переставлю в основание и уже буду ставить дальше. Другую партию смотрю, что этот быстро так отцвел. Цветы повяли. Очень странно, очень-очень странно. Не знаю, хотя я бы так даже сказала, что корни у него не такие уж прям светлые, что сказать, что он прям там, не знаю, так пить хочет, что так цветение быстро закончилось, не знаю. Отопление у нас выключили, уже не так жарко. Сейчас покажу, что у меня расцвело. Остальные тут на подоконнике. Эта орхидея у меня цветет, они примерно зацветали одновременно вот с той миничкой. И у меня стрелка, вот эта вот стрелка, которая стояла год, но не высыхала, отдала из почки, получается, отросток. И вот уже два бутона открылись. Еще два у нас на подходе. Тоже цветы мелкие вот эти вот. Ну, вот такая вот красотища. Вот такая вот красотища. Так что эти вот еще ждут свою очередь. Плавно буду их погружать. Одни вытаскиваю, другие ставлю. Эти на подоконник возвращаю. Эти туда. И вот так вот плавненько, чтобы успеть их все полить. Так, ну что, мы тут для карамели. Выбираем меню. Да? И новое здесь у нас новшество. Теперь только по QR-коду можно будет выбрать. Картинок теперь нету, только описание и QR-код. Вот. Вот ладно, вот это вот, да, оставили, согласись. Правда же? Хоть что-то есть. Да, хоть что-то есть симпатичного. В общем, не стали заморачиваться, на красивые фотографии тратиться, правда? Ну, сейчас мы посмотрим, может, по QR-коду красивые фотографии. Да, может быть. Посмотрим. Да. Но, что ты думаешь, цены-то изменились, нет? Вообще, да, подорожала. Подорожала, да? Угу. Надо ведь на тортиках, на чем-нибудь посмотреть. Хорошо. Что я даже не помню. Вот десерт здесь, вот я смотрю. Ага. Алексей. Дешевле был.
да? До 200 был, по-моему. Сейчас 260. Ну, в общем, цены изменились в связи. Как и все? Как и все, само собой. Но не грандиозно изменились, да? В пределах разумного все равно. Это да. Какая красота. Какая красота, да? Вообще, красота какая. Прям вообще. Это какую мы заказали? Маргариту? Нет. Нет. Четыре сезона мы заказали. Что-то же мы еще пить заказали, но пить нам еще не принесли. Поэтому пить вам не показываем, мы уже съедим допить. Ну что, всем приятного аппетита, как и нам. Вот, да? Вот видите, руки девушки, руки. А то вы говорите, что... Кто там, что там? Все есть. Все есть. Кому интересно. А он с облепихой, что ли? Да. Да? Мне даже не надо. Ты не пьешь с облепихой? Да ни почему пью. Пью. Я просто почему-то думала, что этот... ягодно... А, тут облепиха написано? Да, тоже есть. Ну, я даже и не читаю. А я же там ягодный думаю, ну а тут облепиха, где ягоды? Нет, там маракуйя должна быть в школе. Выглядит красиво. Облепиха, пюре маракуйя, сироп сахарный, сок ананасовый, вода, корица, гвоздика, бадьян, мята. Вот бадьян цвет. Бадьян? Ладно. Это звездочка такая. Ну, анис еще его называют, рибоян. Стройка продолжается. Ну, девочки, мальчики, переезжаем, да? Я согласна. Согласна. Беру такой проект. Переезжаю. А что тут? Поместимся, как вы считаете? Так. Гостиная, столовая, кухня, спальня, санузел. Входная зона, гардеробная, лестница на второй этаж. На второй этаж поднимаемся, у нас есть спальня, санузел, спальня, библиотека. А, это тоже... Это спальня, это спортзал, вот санузел, это все лестница. Раз, два. Только я здесь переиграла, и теперь у меня вот здесь вот еще есть второй вход туда, на террасу. Так, спальня наверху две только? Наверху две и внизу одна. Внизу всегда должна быть одна, потому что если есть взрослые люди, на второй этаж поднимать. Спортзал, библиотека. Ну, поместимся, слушайте, я так считаю. Гардеробная. Знаете, что-то маловато. Как? Она в реальности 28 квадратных метров. Ой, 28 метров в ширину. Да? А что нет наверху гардеробной, только внизу вот это вот? Ну, можно вместо библиотеки сделать и гардеробную. Ну да, кому что, в принципе. Кому что, да, в принципе, да. Ну что, помещаемся. Берем проект шикарный. Я так считаю. Вот это первый этаж. Вот так вот. Тут уже окна есть. Вот второй выход. Красота. Слушайте, пока только проекты. А представляете? Там стройка начнется. А? До этого доживем. Заказы будет принимать. Ой, красота. Ну, мы наконец-таки выбрались из дома. Я сегодня целый день, знаете, занималась хозяйственными делами. Такими делами, как выясняла, к какому провайдеру переподключиться. Где купить роутер. Где тарифные планы выгоднее? Где что интересного предлагают? Это столько времени заняло. Полдня. В общем, полдня было потеряно, но, надеюсь, потеряно не зря. Вызвала я мастера на завтра. Потом я еще мерила, надо эти купить, рулонные шторы в спальню. Во всех комнатах есть такие жалюзи. Вот у нас в спальне нет. И, в общем, мы решили, там, что надо затемнить, чтобы было прям темно и удобно спать. И, в общем-то, присмотрели эти рулонные шторы в этом Добрострое. В общем-то, они определились цветом. Но, в общем, завтра вроде собрались сходить купить, но не знаю. Так что, в общем, целый день был потрачен вот на такие хозяйственные нужды. Целый день занималась. Правильно, жалюзи. Да, жалюзи. Можно купить такие тканевые, можно купить, как решеточка, вот как у нас во всех других комнатах и на кухне. В общем, не знаю, какие. Я хочу... Либо как у бабы Нани. Соломкой.
соломкой, прям есть такой вот как бы под цвет обоев, который у нас в спальне. В общем, большой выбор в Добрострое, там от размера, от цвета, от всего. 50 сантиметров самые узкие, и как раз-таки это прям со штапиком я посмотрела, в общем, подходит. Короче, стирала, вот хозяйственными делами занималась. И день прошел, Настя, говорю, пошли хоть прогуляемся до магазина, хоть дойдем. Какой-то себе там, причем собрала, ветер же ветрено, собрала, я даже не знаю, как вам там, как там смотрится. Мне кажется, редко вы меня видите с такой прической, да, чтобы там у меня волосы были собраны. Ну, ветер такой, думаю, сейчас тут в затишье ветер сильно в общем-то, не завивает. А туда мы сейчас за угол зайдем, там вообще слышно не будет. Сдует. Что, вот капюшон и очечки, чтобы глаза не слезились. Постоянные ветра. Ой, стою не напротив того дерева. А тут, смотрите, какая красота. Какая красота. И вода. Тут аппарат с водой. Вот уже глаз начал слезиться. Еще даже не выходили на улицу. Ну ладно, пошли мы к магазинам. Хоть прогуляемся, воздухом подышим. Собаку что-то не взяли с собой. Что не взяли? Ты сказала. А, я сказала. Ой, мы же в магазин пойдем. Как будто... О, вы видите, что? Отлично прогулялись. Ветер, конечно, просто бешеный. Но это хорошо, что я волосы еще заколола. А то бы была бы просто лохматая. Зашли в фикс прайс, потом, значит, пошли мы с ней куда? В Магнит. Ну, в общем, сейчас покажу вам покупки. В этом фикс прайсе докупила салфетки для стола. Как-то давненько я покупала, но их было всего лишь 4 штуки. Сейчас докупила 2 штуки, чтобы было как бы 6. Вот, но даже не знаю. Может быть, надо было и 8 брать. У меня, в принципе, стол здесь кухонный на 8 человек. Может быть, надо было 8. Ну, в общем, было 4, теперь 6 будет. Там кое-что, что меня Максим просил купить в фикс-прайсе. Сейчас покажу, что взяла. А просила у меня спрей для обуви, в общем-то. И был только тоже одного вида. Мне кажется, чаще бывает еще там другого вида. Ну, давайте уже смотреть. Моя бездонная сумка. В общем-то, вот такие вот я взяла салфетки. Они бывают в бежевом и вот у меня в кремовом оттенке. Я в кремовом брала. Так, в бежевом, кремовом. В белом и, в общем-то, в кремовом оттенке. Вот такие вот салфетки Kitchen серии. Вот так смотрится, в общем-то, на столе. Красиво. Мне нравится. Так, дальше это я купила дезодорант для обуви. Мятный. Еще такие плавки взяла. Илюхи, не знаю, кто производитель, но, в общем, плавки взяла. Дальше палочки Настя взяла. Так, чупа-чупсы. Почему-то только 2, не пойму. Почему 2, не пойму. А значит, вот такие вот влажные салфетки для интимной гигиены взяли. Ну, взяли их для загорода, короче. Стол вытирать, да все такое, в общем, для таких хозяйственных нужд. А вот такие штуки женские взяли. Потом она какие-то там плавочки присмотрела себе с бабочкой серенькие. Нет, со швами, они со швами такие. Вот. Потом еще взяли крем-мед. Мед Мир. Не знаю, с брусникой. Вот такой вот. По составу, не знаю, в общем, попробую. И что еще? Вот такие вот беленькие я взяла. 3 корзинки. Корзинка Loft универсальная. В общем-то, вот такие вот корзинки. Где-то что-то поставить. На кухне можно пригождать для чего-то такого небольшого. В общем, 3 корзинки. Такие. Так. Еще батарейки. А, вот еще чупа-чупс есть. Еще чупа-чупс. Так, все. Это все мы разобрали. Дальше в Магните взяли Хохланд с грибами, плавленый сыр, яйцо. Так, это упаковка с грибами. Значит, шампиньоны резаные и стейк из этого, из индейки. Да, стейк из индейки.
вот это, в общем-то, тут вот в пакете. Дальше. В другом пакете. Значит, это у нас стародворье. Баварушка, сервелат, баварушка с копченой грудинкой. Колбаска такая. Ой, вот это вообще такая вкуснятина. Любим, любим мы такую. Рыбахе по-корейски. Классно на этот, на хлеб, на бутерброды. И там и лучок вкусно. Ну, мне вообще вот это вот нравится. Штучка. Настя тоже такую любит. Мне кажется, она все любит ее. Так, два батона. Утренних. Потом здоровая ферма. Это у нас, ну, сало, короче. Короче, сало. Дальше. Конфеты. Joy Nut. Десерт с печеньем, карамелью и арахисом. Конфетки. Паркур. Вафли, мягкая карамель и арахис. Так, ну это у нас ореховая роща и морковка свежая, и свежая морковенькая. Вот. Ну все, все, что мы взяли, да, у нас все это разобрать, все убрать, куда что, в общем-то, все это разобрать. Так, продукты отдельно. Это отдельно. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.